Привет, друзья! Пришли у меня две бандерольки. Так, не очень качественно сейчас буду вам снимать. Ну, вы сейчас все поймете, что, зачем, почему. Ну, вот такой держатель. Все знаете, что это такое. Это тоже держатель. Сейчас я их распечатаю. И вот такая классная прищепка. Вот такой прищепкой я пользуюсь уже год. Вот, вот так она выглядит. То есть вот здесь фиксатор, вот эта штучка на шарике поворотная. Очень хорошая, прочная, тугая прищепка. Вот, для того, чтобы ей пользоваться для наших целей, для нее вот как раз вот эти два крепления. Ну, знаете, такие. Сейчас я вам покажу, как я это использую на кухне. Я хочу порекомендовать такую вот штуку кулинарным каналам, кто снимает готовку блюд на кухне. Как правило, у многих на кухне над рабочим столом находятся шкафчики. Пойдемте на кухню, я вам сейчас покажу, как я использую точно такую же штуку. Это я купила себе еще одну. Как я ее использую? Я возьму вот резервный телефон с собой. Итак, вот у меня такое стандартное расположение, то есть шкафчики расположены над рабочей поверхностью. Сейчас включим свет. Вот. И поскольку я довольно часто без предварительной особой подготовки что-то снимаю кулинарное, очень быстро у меня это делается, я открываю шкафчик, и вот здесь у меня лежит на специях вот такая точно прищепка, как я вам сейчас показывала. То есть это вот сама, видите, прищепка, и вот к ней приделана такая штучка тоже, как я получила. Значит, делается-то очень просто. У меня вот такие ручки. Вот я на ручку креплю и получаю место, куда вставляется телефон. То есть вот сюда ставится телефон. Очень удобно. Микрофон оказывается возле рта. Рабочая поверхность, вот она. То есть, пожалуйста, регулируем. Вот здесь поворот. Фиксируется все это прекрасно. Очень удобная вещь. Если у вас ручек таких, например, нету, да, то есть вот как у меня ручка, которая это крепится. А существует какой еще вариант? Если мы берем, открываем, например, дверку, вы можете крепить эту прищепку вот таким образом. Вот, на полку. Ну, понятно, что ее можно и вот так крепить тогда просто. То есть и боком можно крепить, как угодно. Прищепка очень прочная, она выдержит любого веса телефон. То есть либо за ручку крепим, как я это делаю, либо, если ручки не такие удобные, крепим за полку. И идеальный вариант для съемки на кухне рабочей поверхности. Закрепила телефон, видите, да? Очень удобно. То есть у меня и у всех шкафчики обычно вот на такой же высоте. Это получается на уровне ваших глаз, рта. То есть вы видите сверху, что у вас в кадре. Вы говорите, у вас микрофон рядом. Вот таким образом это очень удобно использовать на кухне. Опять же, я говорю, это много места не занимает. У меня даже это всегда лежит в шкафу. Также я ее использую, когда снимаю, например, что-то, что у меня готовится на плите. Вот у меня вытяжка позволяет вот таким образом крепить. То есть я креплю к вытяжке и спокойно снимаю процесс приготовления. Ну, понятно, тут регулирую, сейчас неудобно мне одной рукой. Вот, у вас наверняка какая-то другая конструкция, но что-то наверняка есть, к чему можно также закрепить. То есть вот такая конструкция. Настоятельно рекомендую по своей простоте и по дешевизне своей. То есть сама эта прищепка, я здесь прикреплю в файле, прикреплю в этом видео файлики с ценами. Покупала я это на Алиэкспрессе, эту покупала уже год, она мне служит. Мне очень понравилось, я решила купить вторую такую же, чтобы, например, одну я креплю над рабочей поверхностью, вторую креплю над плитой и могу спокойно перемещаться для съемки. То есть если другой сюда крепеж, то любую камеру можно точно так же крепить и использовать для съемки.
Вот такая конструкция.